Девочки, добрый вечер. Добрый вечер, мои любименькие. Все, девчонки, забегалась. Была. Кока-колу попью. Что-то я подсела на кока-колу. Девочки, я сегодня была на пляже. На пляжу я лежу. Девчонки, вода. Боже мой. Я обожаю август месяц. Я обожаю, девчонки. Уже не так жарит. Уже солнце не так высоко. Вода, девочки, это что-то, это нечто, это сказка. Кока-колу пью, девочки. Обязательно бутылочку кока-колы, именно вот такой стеклянный, нужно в день выпивать на юге. Ну и короче, пошла, все, девочки, завалилась, валялась, купалась у берега, лежала, в общем, балдела. Девочки, хочу вам рассказать одну историю. Вы знаете, про кредиты любимая тема. Любимая тема про кредиты. Это сейчас все. Я вот так, девочки. Видите, как лоб. Потому что волосы смываются. Я сегодня записалась в парикмахерскую. В парикмахерскую не пошла, потому что не успела. С утра была занята. Вчера на море не сходила, думаю... Сегодня я последние денежки пропускать не собираюсь. Ради парикмахерской похожу так. Кто меня там на пляжу, я лежу, видит. Шляпу одела и все, и пошла. Зашла, сейчас купила перцы, у меня есть. Так, Тедди мясо купила. И буду делать перцы, девочки. Захотела перчиков, прямо захотела своих перчиков, не могу. Короче, про кредиты, девочки. В общем, была очень порядочная семья, приличная. Мама, папа. Маленькая девочка. Родилась у них маленькая девочка в позднем браке. Родилась девочка. Девочку очень любили. Любили. И бабушка, и дедушка. Ни в чем ей не отказывали. Слив купила. Вот. Ни в чем не отказывали. Росла ребенком. Очень интересненьким, надутеньким ребенком росла. Такая девочка была. Прямо чудо. Чудо. Расчудесная. Потихонечку закончила школу. Закончила школу, ну, ни шатка, ни валка, вот, ну, никто ее никогда за это не долбасил, вот, никогда нравоучения ей не ставил, жили в квартирке маленькой родители, своей комнаты у нее никогда не было, у этой девочки, не буду называть ее имя, девочки. Ах, какие персики, девочки, какие персики. Вот, с комнаты никогда не было, и все это в одной комнатке, родители, она, ну, в общем, очень рано... Начала уходить к сестре старшей. Сестра была замужем. У нее уже был ребенок. Вот. И зять там, в общем, отношения сложились такие, что не очень хорошие отношения сложились. Ну, по нашим меркам. Ну, в общем, закончила школу. Мама ее устроила на курсы бухгалтеров. Потому что у нее была знакомая подруга, работала бухгалтером. В очень серьезной организации работала бухгалтером. Местные, бомбические. Сейчас, девочки, смотри, мякоть какая. Работала бухгалтером и взяла ее под свое крыло. Взяла ее под свое крыло. Та выучилась. И она устроила ее к себе на фирму. Перец сейчас, девочки, помою. Устроила к себе на фирму помощником бухгалтера. Вот. Я уж не знаю, что там получилось. Она проработала там год, девочки, примерно год. И за этот год начала брать кредиты. Начала брать кредиты, потому что надо одеваться то золото в кредит, то шубку в кредит, то вторую шубку в кредит, то вещи в кредит. Вот сначала с зарплаты брала, потом зарплаты стало не хватать уже. Вот, а фирма была небольшая, частная фирма. Занимались они изготовлением мебели. Мебель высочайшего класса.
была, потому что итальянское дерево, может, наше российское дерево, но обивка была итальянская, и модели были все итальянские, подделка под очень серьезную фирму. Вот, но наше российское производство. И, короче говоря, все раз работают, все хорошо, все стабильно, доход. Они на рынке стали очень популярными. Вот эта фирма мебели очень популярная стала на рынке. Они начали расширяться потихоньку. И руководитель этой фирмы, директор этой фирмы, стал очень доверять этой девушке, главному бухгалтеру и помощнице, стал очень доверять. Вплоть до того, что мог уехать в Италию и там жить, допустим, 3 месяца, 4, полгода жить. Производство идет, все налажено. Вот. Производство во все налажено, он оттуда только отправляет все там, ткани, отправляет новые образцы, все, разработчики. В общем, цеха работают полностью. Цеха работают и бухгалтерия работает. И на широкую ногу. Эта девочка стала выпивать. Вот, раз деньги появились, стала выпивать каждый вечер в кафе, в рестораны. Появились воздыхатели, которые любят за счет нее, знаете, даже не любовники, а просто воздыхатели, которые рядом поют ей дифирамбы. Вот, но замуж никто не зовет. Еще и спаивают ее. Ну, это как бы незаметно, знаете, пока по молодости, это же незаметно, девочки. И все, такая разгульная жизнь, и на работе успевает, и все, и знаете, на лице это еще отпечатка нету. Вот, быстренько отработали, вечера дождались, и все, и опять, раз деньги рекой льются. А кредиты есть, вот. Не стала ждать зарплаты, все берет в кредит, одежду в кредит, а зарплату всю свою налево-направо спускает. Завела себе одного друга, другого друга сердечного. Вот, завела один ГГ, девочки, один ГГ, другой женатый. Вот, третий молодой, совсем молодюсенький. Ну и, короче говоря, спилась она там на работе с вот с этим молодым. Он, оказывается, водителем был. Водителем, ну, может, ее одногодка. Смотрите, какой. Раз руководства нету, а у них уже у этой фирмы мебельной свои уже фуры, свои трейлера, они уже развозят в Санкт-Петербург, в Москву развозят свою продукцию. Открыли уже там представительство, дела идут неплохо. Раз работа налажена, начальство живет в Италии, отдыхает. И вот они до такой степени оборзели, вот, что уже сговорились и просто товар, мебель, девочки, налево стала уходить. Она отправляет фуру, допустим, все по документам, отправляет фуру уже не в Санкт-Петербург, отправляет уже совсем в другую, допустим, в Казань отправляет. Оттуда эта фура привозит, деньги ей перечисляют. Оттуда фура привозит еще что-то за место мебели, попутный груз. В общем, они стали вдвоем с этим водителем делишки делать. Я не думаю, что главный бухгалтер была не в курсе. Мне кажется, что она была тоже в курсе. Вот, потому что это просто так. Или до такой степени доверяла, что тоже раз начальства нету, все, а что делать-то, сидеть-то всем. Она тоже там дачу строила где-то. В общем, все имели с этой мебельной фабрики. Все имели. Но они одно не учли, что у него в цехах, знаете как, открывается частная фирма, девочки, открывается. Кого берут? Берут родственников везде. Везде берут родственников. Вот, они одного не учли, что родственники везде глаз да глаз. Он поэтому и живет. Уедет в Италию и живет там. А здесь-то все равно за производством-то следят родственники. И все, они же тоже знают, сколько сделали, сколько
заказов было, сколько отправили, а где? Оттуда начинают звонить, искать. Ну, в общем, короче, ее родственники сдали. Сдали родственники. Он тут же прилетел, хозяин тут же прилетел. Давай наводить ревизию, давай разборки. Вот. Значит, давай говорить ей по-нормальному. Ты возвращаешься со своим этим, с водителем, возвращаешься деньги за гарнитуры. Или я дело пущу дальше. А у нее и так уже 6 кредитов было. 6 кредитов было маленьких, ну, допустим, по 60 тысяч, шуба там 100 тысяч, вторая шуба, допустим, 80 тысяч, потом золото что-то на 50 тысяч, а потом еще ездила отдыхать, брала. В общем, у нее были кредиты, девочки. Были кредиты. Ей ничего не остается делать, она берет кредит еще больше. И банки ей дают. Банк дал ей кредит 1,5 миллиона. Это было, допустим, ну, допустим, лет 10 назад было. Ну, может, 7-8. Банк дает ей 1,5 миллиона. Она эти деньги возвращает хозяину. И он с позором ее увольняет. Все. И она никуда не может на работу больше устроиться. Потому что везде уже начали требовать резюме. Вот. И как только смотрят записную, сразу начинают прозванивать туда, а что вы ушли, такая, ничего себе, такая должность туда. Люди годами стремятся попасть и не попадают, а вы что оттуда ушли? Он еще и по статье, по-моему, ее уволил. По-моему, за недоверие или еще что-то, за растрату. Наверное, по статье, потому что она, девочка, никуда не могла устроиться и запила в конец. Начала пить, пить, пить. Эти кредиты начала, их надо платить, платить им нечем. В общем, начала родителей терроризировать, что родители начали помогать, родители стали брать кредиты на себя. В общем, короче, залезли все в кредиты так, вот до чего доводят пьянки. Залезли в кредиты так, по самое не хочу. Это был какой-то ужас, просто ужас. Мать ничего не могла с ней сделать. Мать к тому времени с отцом разошлись, мать ничего не могла с ней сделать уже. Вот. Не могла вразумить ее никак. Кредиторы начали долбасить со всех сторон. Ей было пофигу уже. А такая была девочка, ну знаете, прям и одевалась хорошо, и такая прям девчонка такая была. Ей стало уже не до этого. Начали долбасить уже кредиторы, им пофигу, начали долбасить мать. Вот, начали долбасить мать. Мать начала потихоньку платить. Ой, это вообще кошмар какой-то был. Отец взял кредиты, отец начал потихоньку платить. Вот. Вразумляли ее, нифига подобного. На мясо кусочек. И чем это все закончилось? В общем, девочки, пила, потом за ум взялась, потом заболела у нее, видимо, то ли на нервной почве, то ли что, девочки, она начала вся отекать, прямо как водянка была у нее, печень, короче, она себе посадила печень, и все, и получилось так, что чуть 12 кредитов, девочки, 12 кредитов получилось, было 6, получилось 12. И она скоропостижно скончалась, эта девочка. Вот, так жалко, конечно. Вообще любого человека, девочки, жалко. Вообще, котенок больной сидит, это жалко. А мать до сих пор, девочки, кредиты платит. Представляете? Представляете, мать до сих пор, пенсионерка, платит кредиты. До сих пор. Это ладно, знаете, там по ипотеке квартиры покупают, там страхование, да, в случае смерти, там, скоропостижно или как-то, в случае смерти страховая выплатит деньги. А по этим маленьким кредитам, да еще быстро деньги, в общем, конца и края нету. Вот так, девочки, вот такая история.